Мы приветствуем вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня рано утром пришла ужасная новость. Назван точный диагноз попавших в госпиталь 86-летнего народного артиста России Александра Шервинта и его супруги Натальи Белоусовой. Как сообщает нам один из самых крупных российских телеграм-каналов, у супругов вирусная пневмония. Самочувствие худрука Московского театра сатиры ухудшилось 25 июня. Прибывшая на вызов бригада скорой диагностировала артисту пневмонию и отвезла его в 52-ю больницу. Несколько дней Шервинту и Белоусовой предстоит провести в госпитале. Ранее Михаил Шервинт, сын актера, заявил, что у отца болезнь протекает в легкой форме и поводов для паники пока нету. На данный момент пока больше никто ничего не разглашает. Супруги пытаются держать эту новость в тайне от прессы, но эта новость все-таки попала к нам. Давайте, друзья, поддержим супругов, будем надеяться, что с ними все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями, чтобы не пропустить свежие выпуски, которые выходят на нашем YouTube-канале.